А какие твои любимые породы лошадей? Ну, конечно же, гнедые. Знаешь, они какие масти, так я сказал, что какие... Ты сказал породы. А, породы? Ну, не знаешь, стой. А какие твои любимые породы лошадей? Ну, конечно же, трокены. Трокены, правда? А почему же? Конечно же, точнее, это трокены буденовские. Постой! А почему же? Во-первых, они одни из самых техничных лошадей. Во-вторых, это одни из самых более активных лошадей. Поэтому они мне нравятся. Да, мы ничего не будем делать.